2-3 капли глицерина в марганцовке, кладешь рядом эту самую пипетку и убегаешь. Так, ну вот, ну, и чего, это все, что ли? Виден прямо твердый продукт. И мы тигель с сульфидом алюминия бросаем в воду. Смело. И вот видно выделение газа. Выделяется газ. Ну и желающие могут его понюхать. Чем пахнет этот газ? Сероводород. У нас бурно выделяется сероводород из сульфида алюминия в воде, и вода мутнеет за счет образования гидроксида алюминия.